Я вам хочу показать, есть неровности по швам, ну, есть плитка больше, есть меньше. Хочу вам показать такой лопак с помощью вот такого небольшого кружка. Здесь такое небольшое напиление. Я его заказывал просто в интернете, там одноразки, там в комплекте шло 20 штук сразу, вот такими штучками. Сейчас я вам покажу сверху, не знаю, вот даже если издалека посмотреть, нашел. Вот. Вот он там. Видно же, да? Сейчас покажу ближе. Вот этот самый шов ближе, но это никуда не годится. Видите, даже снизу видно. Вот такие швы. Сейчас с помощью этого круга будем все это вырезать. Вот и все. Смотрите, сейчас я, видите, прорез плитки сам. А там фуга забьется, будет нормально. Срезано краешек.